Привет, с вами Димон, Pro163. Сегодня я решил такой зайти на второй аккаунт, там сейчас регион США. Дайте я вам это покажу. Вот регион США, вот как вы видите. Если что, потребовался VPN. Я такой вот захожу. Вот такие вот события вот вижу. Ну, тут вот события, кстати, на американском сервере. Вот, можно получить целых 4 карты. 4 вот таких вот на выполнение миссии. И костюм навсегда. Вот такой вот. Пингвин на отдыхе. Можно получить за 140 колпаков. Тут еще что-то вот есть. Это на России есть уже. Ну вот, смотрите, здесь есть такое событие еще. Сейчас загрузится. Можно получить бесплатно вот такие награды: М-ку, дачу навсегда, это все навсегда, маску Америки, короче, американскую М-ку. Если вы не успели, можно костюм забрать здесь, парашютик тоже навсегда. Так, здесь у нас вот миссии есть. Заходите и получайте. Вот. Смотрите, вот типа надо до большой звезды добраться. Как я понял, здесь за вход вот дают. Вот такие вот награды. И в конце вот кое-что. Что-то вытянуло из события. В принципе, на американском серваке тут сервере очень много. Вот миссии тут. В классическом нужно тут поиграть. Топ-10 занять 2 раза. Факел можно получить даже. Просто надо сыграть матчи вот классические. И все. Самое странное. Почему нет таких наград нормальных на российском сервере? Так. Вот тут можно за UC-шки прокрутить. В принципе. Вот магазин. Вот такая вот халява. Ну, в принципе, это все выполнимо. Ну, простите за долгое отсутствие. Отдыхал просто очень много. Говорят, что будет первый сезон в следующем. У меня есть карта 20-го сезона. Самое странное. 20-го сезона РП есть. Странное. Карточка вот смена имени. А чтобы ее получить, нужно не входить в игру 30 дней. Вот это вот событие я вам уже показывал. И получить можно костюм навсегда. Выполняя миссии, тут будут всякие вот. Здесь у нас магазин с UC-шками. Все очень дорого. Можно пополнить. То есть 60 UC ты получишь. И еще там рандомно тебе дадут сколько-то UC-шек. Калаш тут, кстати, вот из РП.
премиум ящик, что самое интересное. Вот, смотрите еще, что есть здесь. За обучение вам дадут 50 аджишек. Аджиш дадут вам 50. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, а то я очень стараюсь. Ну и давайте вот сейчас я вам покажу, что тут надо делать, чтобы получить эту награду. Get ready. The game is about to start. Короче, это обучение на ботах. Drag forward with your left hand to move towards the... Swipe the screen with your right hand to control where you're looking. Next, pick up the firearm. Эмочка. Pick up сразу the ammo. Сюда идем. There's the target. Swipe tap right fire button to shoot. Congratulations on defeating your enemies. Your enemy... Check the crate. Pick up the scope. The enemy is too far. Tap left fire. You took them down. Nice work. Great work. Let's take a look at the rewards. Check the crate. Pick up the supply. Health recovery item. The bandage can only restore up to 75 points of health. The blue zone has appeared. The flashing blue. The blue zone will expand inwardly over time. Tap the button to close the map. The play zone is about to shrink. Get to the play zone as soon as possible. Вот, смотрите, зона идет. You are taking damage from the blue zone. Get back to the play zone as soon as possible. Даже. You've made it this far. Finish off the rest to claim victory. Ну, короче, начинаем играть. Это самое странное, я не могу взять оружие. Вы занимаете топ-1. Head over to the main lobby to claim your reward and test your skills in our real match. Занимайте топ-1, прикольно получается. Правда, с ботами занимайте топ-1, ну ладно. Даже миссию выполнили. Короче, на Америке очень много наград есть. На это я событие хотел пройти, но не получилось. Ну а с вами был DimonPro163. Увидимся, скоро увидимся. Удачи, пока.